Так хочется сказать. Передай привет каналу Crime Street. Prime Crime можем привет. Хабаровску салам. Что с Экой, нормально все, она в комнате той? Платье не привет, здорово. Улыбнись, если сосал. Че, здорово, пацаны, как у вас дела вообще? Как оно? Даймонд, твой бот спрашивает? Нет. Это не бот, это казино его. Нет. Когда в Пермь, где куда куша? Вот, вы не видите? Цвет изменился, ну и чё? Здорово, я рэпер, скинь денег на судов. Короче, пацаны, такой сегодня план. Сегодня, короче, как обычно. Посидим, ну я хочу с вами такой вечерний стримочек, да? Соответственно, опять сегодня что-нибудь разыграем. Чеки, 10 тысяч рублей, так, чисто вам кому-то там туда. Осуждаю. Нельзя, да? Ну да. Понял. Я привык просто. Алексеев 1488 пишет: вы воры? Да, сегодня у нас часть без какой-то творится. Гога, сколько лет другу? А с какой целью? По кайфу ему так хочется узнать. Приедет ли к вам ураган? 48. Цао. Цао, цао. Как к Газгергеру ты относишься? А сделай фит с Жорой. Но мы никак не можем что-то. Ну, не получается. Мне кажется, там будет. Не, будет охуенно. Просто, ну, ни у него парты нет, ни у меня нормального. Ну, он еще вырос так вообще. Красавчик. Жора красавчик. А у него много стримов сейчас? В Яндексе дохуя, лям 700 вроде. У него же с басой со всеми. Ну, он же в целом на Газгольде берет. Да, когда в Новокуйбышевск? Слушай, завтра, я думаю, поедем. Пацаны, без никотина, если что, я сиги бросил. Дымить что-то хочется. Ну да, лям 700 за месяц. А он показывает за этот месяц или типа за месяц, как за 31 день? Не. Ну реально? Я не знаю. Когда стрим с Моргенштерном, GoFit SMP, почему? Потому что Эко молодец. Эко! Пойди. Очень нужно. Точно говорит. Подойди, подойди, не видно тебя там. Такая ты красивая, а что в тебе изменилось? Нет, у тебя как-то внешность сейчас поменялась чуть-чуть. Ты как будто вчера чуть-чуть другая была, нет такого? Вау. У тебя как-то правая часть лица изменилась, нет? Нет. Микро тихий. Вот так нормально? Оставь себе плюс. Никто не кидал тебя. Не-не, подожди. Ну кинул и чё? Ну кинул и чё? Не, пусть приедет просто. Почему, почему не было фита с Блинком? Шайни хочет совместный стрим. Покажи мне, где он это написал. Если Шайни реально это написал, то будет совместный стрим с Шайни. Гога, го трек записывать. Здорово, щавень, тебе пишут. Короче, ребят, такой анонс небольшой. Плюс чат, если вам нужен стрим с Я-3. Пишут. Да я вообще... Ну реально. Здорово, Гаргамель и Бэйби Мэла. Пошел он. А так можно? Что еще нельзя? Ну, вот то, что я тебе сказал. Нельзя нации. Все остальное, ну... Типа шлюха, можно? Ну, нежелательно. Гога, когда вернешься на бокс? Не знаю. Тебя заждались там. Так, слышно было. Да чё вы опять? Слышно вот так. Вы врете. Кизару респект тебе кинул. Респект, Олег. Вы врете в треках. Нахуй вы в треках врете. Так хочется прям сказать вот слово такое на букву «П». На пельмень там. Кто такой Ализади? Кто это... такой Спайра? Ты какой фит? Я чё, рэп, по-твоему? Когда фит с вайперами? Другое дело, другой вопрос, хороший вопрос. Короче, схавал. Ты чё, говорит, негативишь, братуха?
Фица Стефаном или 2КК Депа в Казик. Депа в Казик. Фица Стефаном. Не, пацаны, вы вот не верите, а это будет минус вайп. Не, ну подожди, можно же выиграть. Потом точно, в казино же выигрываешь. В казино же всегда выигрываешь. Кто справа? А для них Михаил. Просто написали Михаил. Жаль. Очень жаль трека. Гога, епи хуя. Иди нахуй. Хороший епи, что ты. Правильный ответ. Слушай, там кто-то просит передать привет Зарине уже раз 20-й. Передай. Привет, Зарин. Понимала, го трек 10 минут записывать. Мы на прошлом стриме трек записывали за 15, 10 и 5 минут. С битом причем. Нет, на сольник 18+ могут пройти. Зарина, я твой рот. Так че ты долбанешь в чате, я твои фанаты. Сейчас какие вы негативные. Какой ты, бля. Почему нас играет этот трек? С Японии приехал из Бали. Капюшон, сними, дебил, дома тепло. Сделай 100 рублей минималку, чё. Слушайте, простите, пожалуйста, нас. Гога, пи***л. Мама, шлю. Все твари. Просто чат. Прям вот. Где билет можно купить на концерт? Гога, давай фит. Я молодой битмарь с амбициями, размером с яйца птеродактиля. Это очень сильно. Я хочу чат вывести. Гога, у тебя что, блядь? Гога, сзади тебя Тамаев. Вот этот гусь. Тамаева не обзывай. Душил гуся. Алло. Да. Нормально, все хорошо. Давай. Вы под чем? Ты бы лучше спросил, мы на чем. Гога, это твой одноклассник? Нет, вы что, не видите, что... Старшеклассник. Гога, кто мне отпонирует бандовские яйца? Ахаха, меня. Блин, если честно, у меня истерика потихоньку начинается, понял? У тебя есть БМВ? Гога, кто там выглянул из-за двери? Леща ему дай. Какие вы критики. Нет, не читай вслух. А материться я с батей смотрю с твой стрим на телеке. Черт лысый в капюшоне справа. Покажи, сам... что, докажи, что ты не лысый. Сам пошел. Сам лысый, блядь. Обед уютненько. За сколько выгонишь типа справа? У тебя анальная трещина, кто-то пишет. Говорят, короче, что за респект в Перми выступал. Чисто. Ты? Да. Ну, конечно. Все концерты Бэйби Мэлла за респект вообще происходит, честно. Как факт, не? Вы все слушали эту песню на этот фонтанчик черный из дельфин? А почему у меня щеки такие красные на освещении этом? Потому что ты краснеешь. Ты красный? Не, реально, почему? Вот, смотри, у меня не такие красные щеки. Да я же гораздо красивее, чем. Сколько тебе лет? В чат рулетку. В чат рулетку. Давай, вот это можно. Че за мутный тип справа пишет? Реально, идем в чат-рулетку? Да, да. А у тебя чай закончился? Можно сделать, но сейчас как-то... Может, Эку попросить? Ну, можно кипяточек подлить. Экусь! Сейчас зайдем в чат-рулетку.